Зажечь праздничные огни, чтобы Новый год не обернулся чрезвычайными происшествиями, фейерверки и салюты нужно покупать в проверенных местах. Сотрудники МЧС начали декабрьские рейды по точкам продаж пиротехники. Где приобрести качественную продукцию в Бердске, узнала наша съемочная группа. Перед праздниками реализация пиротехники на особом контроле. Инспекторы проверяют документы, сертификаты соответствия, а также как продавцы соблюдают правила пожарной безопасности и условия хранения фейерверков. В первую очередь должен быть знак таможенного союза, должна быть инструкция на русском языке, где полностью прописаны меры безопасности при запуске пиротехнического изделия. Должен быть срок годности непросроченный и целостность упаковки. Мы не можем проверить всю пиротехнику, поэтому хотелось бы обратиться к жителям города Бердска, так же как и области, и обратить внимание на то, что при приобретении, когда уже мы взяли в руки пиротехническое изделие, необходимо все вот эти моменты самостоятельно проверить. За безопасность праздника отвечает не только продавец, но и покупатель. Перед тем, как устроить красочное зрелище, необходимо внимательно изучить правила эксплуатации. Большая часть наших покупателей уже имеет большой опыт запуска салютов. Не первый год у нас берут пиротехнику. Но, тем не менее, без исключения для всех покупателей, при продаже мы доводим инструкцию по мерам предосторожности при использовании пиротехники. Потому что хотим, чтобы наши покупатели провели Новый год или иные праздники не только весело, но и безопасно. Детям самостоятельно использовать праздничные фейерверки запрещено. Пиротехнику продают только лицам, которые достигли 16-летнего возраста. Впереди Новый год, а ребенку обязательно нужно ассоциации, чтобы Деда Мороза зазвать. На свет фейерверка придет Дед Мороз, подарит ребенку подарок. Чтобы праздник стал по-настоящему ярким и незабываемым, сотрудники МЧС рекомендуют приобретать фейерверки и хлопушки только в специализированных магазинах. Надежда Волгина, Алексей Зубило, ОТС Бердск.